На республиканском стадионе состоялось открытие ежегодного турнира по футболу «Кубок президента Республики Южная Осетия». Организатором турнира является Комитет по молодежной политике и спорту. В этом году в спортивном мероприятии принимают участие 13 команд из города Цхинвал, районов республики. Также в этом году в турнире участвуют команды силовых ведомств. Участников поприветствовал президент Федерации футбола Алан Джиоев, отметив, что количество команд, борющихся за Кубок президента, с каждым годом увеличивается. Сегодня мы опять видим, что собрались 13 команд, которые будут бороться за кубок президента. Собрались и участники соревнования, и здесь и присутствуют также зрители, любители футбола. Желаю всем участникам победы. Пусть победит сильнейший. На мероприятии присутствовал и глава государства. Он пожелал всем участникам удачи. Я класс Фенинкена, Берзундом Везотел, Эмэн Кайзернайха, Юлдер, Офтена Рошеги, Шемей Ромбулой, Фала Тахчендер, Шеттедер Команда, Шеромбулам, Хевшем Хурзахол Кайдерует, Ам Фетчок Дервиу, Эмэджиса Мархайд, Ашейра Стархайде, Офтея Кусисамед, Юлдер, Ромбулджистам и Тахайме, Надесна женат Фенинкенджистам, Эмэ Иннас, Нахи, Хоздер, Шеттекенджистам, Шемей, Хоздер, Думента, Нахи, Шендерме, Хоздер, результат Смохенуа. Перед игрой прозвучало несколько музыкальных номеров. Сегодня на поле встретились команды Министерства обороны из Наурского района. Еще одну игру сыграли команда госохраны из Цхинвальского района. Сегодня за кубок боролись и представители КГБ и МВД, а также футболисты из поселка Цзау и села Мугут. Финал мероприятия планируется провести 26 августа. По завершению турнира финалисты будут удостоены наград и денежных вознаграждений. Команда, занявшая первое место, получит 50 тысяч рублей и Кубок президента. Второе место – 30 тысяч рублей. Третье место – 20 тысяч. Агунда Губозова, Александр Кокоев. Информационный выпуск. Сегодня.